Так, а мы второй день подряд доосимся. Да. Вот наша феечка Женечка. Сегодня у нас моя Машенька. Каменные яйца. Каменные яйца, вон Мила приехала. И сегодня нам можно кокос. Ура! Я не голодаю. Короче, у нас закончились даосские женские практики. Это было второе занятие. Мне дико нравится. Пойду еще. Да, девчонки у меня. Да. Смотрите, кто приехал. Это мы, это мы. Целовать. Целуй меня, леопард и зебра. Тут вот еще какая чудесная наша. В общем, у нас сейчас, у нас закончились даосские женские практики и начинается тантра. Эти бешеные женщины не унимаются, даосские практики закончились, и теперь у нас тантра. И вот эта тантрическая фея наша, королева. Вот девчонки мои. Сейчас нам будет хорошо. Блин, сколько этот остров еще будет во мне вскрывать. Блин, я думала, там этого уже нету, а там все еще есть. Это вот эта женщина делает. Я хочу запечатлеть момент. Это вскрывающий коуч. Вот так могу сказать. Мы закончили урок по тантре, и это просто космос. Девочки, если у вас есть возможность, если вы на Бали, у вас есть возможность позаниматься с Весной. Напоминаю, ее аккаунт. Это прям не реклама, клянусь, это от чистого сердца. Я в таком шоке сейчас. Девочки, что скажете? Вы в шоке, да? Сказать, что вы в шоке, или сказать ничего. Благодарны. Элина тоже продала. Запалилась. А Левчук секс-бомба. Левчук секс-бомба. И причем свободная. Мужики, налетайте. Это просто комбо-бомба. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное, человек. Ты настоящий волшебник. Спасибо тебе. Сказали мои девчонки, у Дакоты, как обычно, супер насыщенные балийские будни. Это правда, это не похоже даже на отдых, потому что мы закончили урок по тантре и идем на лекцию Казимову по отношениям. Я и бешеные мои... Бешеные мои женщины. Куры балийские, да. Именно они. Вот. И прекрасное место. Меня Фет к нему приучила, но очень классное, кстати. Друзья, попейте, обязательно здесь матчо, если будете. Не гони, не гонись за ним. У него же взгляд туман, в легких дым, да черт с ним. Небо, ясь, небу ясному улыбаясь, упала в грязь напрасно. Невероятный крутейший день в True Love Yoga, в моем любимом пространстве для практик. У нас сегодня были даосские женские практики, потом была тантра Ольга Весна. Просто невероятная, всем советую от всей души просто, девчонки. Вот, сейчас у нас тренинг по отношениям ведет Азимов. И вот такая красота на улице. Смотрите, как красиво. Мне кажется, камера не способна передать вот всю эту красоту. Да неправда! Нет! Неправда! Не моя задача говорить, это правда или неправда. Я не говорю, что мои вещи записаны на последней станции. Я работаю вот от Красиво выхожу из голода на водорослевом салатике из мусуби. Сейчас я съем все эти водорослюшки. Ням-ням.